Здравствуйте, представляем котел сковороду на 300 литров, то есть крышка на две половинки разбирается, мешалка, значит, у нас со скребками по дну, по стенкам, редуктор на переворот, выгрузка через шибер происходит, шибер открыли, закрыли, включаем сетевую кнопку, 4 блока у нас стоит по 5 киловатт, то есть сзади стоит краник Юра, нижняя средняя расщельная воронка. И защита по перегреву, по прежней температуре сработает авария. Ну и включение по блочной, включаем один блок. То есть каждый блок по 5 кВт включается. Это температура продукта, температура рубашки. При температуре загорится верхний уровень, точнее задней температуры. То есть варен стаканчик, мешалка, значит, в виде якоря, вернее, рамки. Регулируется резистором либо быстрее, либо медленнее. Либо в одну сторону, либо в другую. Все, котел, сковорода готова к работе.